по 30. И вновь свеча высокая. Укороченный. Да. Хорошо, что так. Потому что если бы мяч перешел, я думаю, Маша с опозданием все-таки рванулась к этому мячу. И я думаю, что не добежала. Ну, по реакции видно было, да, что она запаздывала со стартом. Да, чуть-чуть. Но с другой стороны, все-таки это риск. И этот вот то, что мяч попадает в сетку, это тоже закономерно. То есть нельзя же все время попадать, особенно в напряженные моменты. Ну, вообще, как показывает статистика, и вот примерно 50% мячей. Это матчбол. Это матчбол. 30-40. Даже второй придется подать сейчас. Меток. Маша будет атаковать сейчас. Это будет. Да. По линии блестяще заканчивает Мария Шарапова этот матч. 6-2. В третьей партии были определенные проблемы. Настораживает хотя бы то, что четырежды по ходу этой встречи Мария Шарапова.